Приморский край стал лауреатом одной из самых главных наград в области спорта в России – Национальной спортивной премии. Торжественная церемония награждения прошла 14 декабря в Московском дворце гимнастики Рины Винер-Усмановой. Знаковую награду заместителю председателя правительства Приморского края Алексею Ноздратенко вручил министр спорта России Олег Матыцын. Лауреаты этой почетной награды – выдающиеся атлеты и тренеры, представители федерации и средств массовой информации. Яркие, неординарные, талантливые люди, которые многое сделали для развития отечественного спорта и укрепления его победных традиций. После первого этапа отбора наш край впервые вошел в тройку финалистов. Отбор претендентов проводился в формате общероссийских конкурсов. Конкурентами Приморья на получение премии были Белгородская область и Ставропольский край. С особым волнением открываю конверт и объявляю победителя. Приморский край. Вручается заместителю председателя правительства Приморского края Алексею Евгеньевичу Ноздратенко. Поздравляю вас! Но Приморье действительно блеснуло. Даже соревнования по академической гребле блестяще организовали. И не только на форуме. Просто молодцы. Достойная награда. Олег Васильевич, друзья, коллеги, не буду говорить долго. Последние годы Приморским краем уделяется огромное внимание развитию спорта. Спасибо, что так высоко оцениваете то, что мы делаем. Ну, в свою очередь, хочу сказать, что мы очень постараемся через год в рамках премии «Спортивный регион» стать двукратными. Спасибо.